С 1 марта начинается новый этап в истории казахстанско-европейских отношений. Вступает в силу соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Документ был подписан 21 декабря 2015 года. Начало действия этого соглашения знаменует для обеих сторон значимую историческую веху взаимного сотрудничества. Будет содействовать расширению горизонтов политического взаимодействия и углублению экономических связей, придаст новый импульс комплексному диалогу. Диалогу Казахстана с ЕС и государствами-членами Евросоюза как в двустороннем формате, так и на региональном и глобальном уровнях. Об этом в своей статье написал советник первого президента Елбасы Адиль Турсунов. Статья сегодня была опубликована в газете «Казахстанская правда». Успех соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве стал возможным во многом благодаря высокому персональному международному авторитету Елбасы, который лично инициировал и все эти годы продвигал переговоры по новому документу с руководством Европейского Союза и лидерами стран-членов ЕС, а также проводимой под его руководством ответственной, конструктивной и миролюбивой внешней политики нашей страны.